Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я приготовлю песочный пирог со сметанной заливкой. В чашу добавляю 3 желтка, сахар и взбиваю венчиком. Добавляю растопленное сливочное масло. Постепенно добавляю муку, перемешиваю венчиком. Добавляю разрыхлитель. Добавляю соль. Как только венчиком стало сложно замешивать, замешиваем руками. У нас должна получиться вот такая песочная крошка. Чашку накрываем пленкой и убираем в холодильник. Приготовим сметанную заливку. Взбиваем яичные белки. Добавляем сахар, продолжаем взбивать. Добавляем соль. Взбиваю в течение 7 минут. Все хорошо взбиваем до образования густых пиков. Добавляю сметану. Кукурузный крахмал и продолжаю взбивать. Если нет кукурузного крахмала, можно заменить на картофельный или муку. Оставляем 1/3 теста, оно нам понадобится позже. Распределяю по дну, делаю небольшие бортики. Выливаю сметанную заливку.
Несколько раз прокручиваю, чтобы заливка равномерно распределилась. Сверху распределяю оставшееся тесто. Пирог выпекаю в заранее разогретой духовке до 180 градусов 50 минут. Выпекаю до золотистого цвета теста. Пирог хорошо поднимется в духовке, но после остывания немного осядет. Это нормально, так и должно быть. Даем пирогу полностью остыть, перекладываем его на блюдо. Посыпаем сверху сахарной пудрой. Вот такой пирог у нас получился. Вкусное песочное тесто, нежная начинка. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь мнением, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита, кушайте вкусно. До новых встреч!